на канале мистер Оксидана, и сейчас я иду на море. Смотрите, какой у меня купальник. И, кстати, идем на море. Кстати, только идемте. Короче, и, кстати, хотел сказать, не ходите голыми и не снимайте. Голыми. Смотрите, на ютубе не снимайте с голыми, я тут заблокирую. Идем. Я люблю бассейн больше, но только этот водой. Ладно, идемте до моря. Ой, надо уже быстрее поропиться, а то нас солнце съедет. Это правильно? Ну ладно, идем. Вон эта мамка, где-то там мобиль. Я икон хочу. Туда, идемте. Идем. Самое главное, чтобы мы не заблудились, а то тут полно людей. Короче, идемте, смотрите, покажу вам море. Там крабики. Кстати, опишите в комменты, вы боитесь крабов или нет. Я, однако, боюсь, потому что тут они, думаю, больно кучаются, но не важно. Идемте, идемте. Рокси, там целая гора крабов, и там не нужно. Thank you.
сюда на столик. Вот это мой столик. Подождите. Сеньорита. Вот это мой столик. Вот сюда мне, пожалуйста, котлетку. Вот сюда. Спасибо. А можно мне, пожалуйста, еще сладкий пончик? Пожалуйста. Ой, какой аппетитный. А можно мне, пожалуйста, еще? Ну, давайте еще мне кашки. Хорошо. Ой, классик. Вот сюда, пожалуйста. Вот этот уголочек. Ой. Спасибо. Все, я начинаю трапезничать. Да, кашка вкусненькая. Котлетки попробую. Что, съела кашку, мам? Мам, ты кашку съела? Да. А теперь приду к пончику. Ой, принеси мне еще пончик и, пожалуйста, чай. Наливайте мне вот мой стаканчик. Спасибо. Очень вкусный чай, спасибо. И пончик был делаете.